Сейчас я вам расскажу, сколько мы платим за медицинскую страховку в Калифорнии. Но давайте сначала расскажу, что в это во все включено. Как владелец бизнеса, я решила для нашей компании сделать страховку от Blue Shield California. Это компания, у которой самый большой нетворк. Что это значит? Что очень много врачей включено, включены почти все лучшие госпитали. Более того, включены некоторые клиники, где делают массаж и иглоукалывание. У нас тип страховки PPO, это значит, что я могу идти к специалисту без того, чтобы получать разрешение от нашего домашнего терапевта. За регулярный визит к доктору мы платим около $10, и, как вы помните, за обычные роды мы заплатили чуть больше $2000. Это после того, что покрыла страховка. Кстати, зубы не включены. Итого, за одного взрослого мы платим $787, за одного ребенка $520. Итого $2614 в месяц. Если вы работаете на большую компанию, вам это покрывает компания, но мы, как владельцы бизнеса, платим сами. Медицина тут действительно очень дорогая.